Путин всасывает буквально. Рейзи Зойер, все. Ой. Вау, попс, вообще нахуй. Ну, так получилось. Так, второй поворот, ну-ка. Шоколад, ну да ладно. Попа так это мазит. Ну кто там, боже мой? Да это ты сам. Сука, Страйкер, ну раньше. Хуяйкер, блядь. Меня вообще все не толкали, я опять последний. Ты сам-то что подбираешь? Эти враги. Вот. Я вообще последний еду, идиот. А, ну да. Здрасте, Питер. Ну. Я вообще никого не пробовал. Какой? Да ладно. Подожди, ты печенье. Здрасте, каждую гонку ничего не делает. Я тебе могу видео показать. Это не можно. Оно не тормозится вообще. Я бы купил. Них нет. Не советую, когда мне уехать. Ой, блядь! Всё, печенька, ты труп. А теперь в войне просто. Да ну, вы угораете, всё, поедем. Ебать, пупцы зажали просто. Кипич, не так, что пупцы зажали. Боже, ты пупцы. Печенька, креатива кипит, это не очень виновата. Я за это не пробочка. Прости, печенька. Прости, подвинься. Мазить некуда. Блять, что? Ау, нау, 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 нау! Ебать, что это? Слышь, Зана, гори, я тоже загорелся. Давай быстрее, Зана. Ну, круто, все, в принципе, успокойся, что ты... Я сгорел! Иди в жопу. Нажмите заново. Все, я первый, тоже не знаю, что там сгорел. Зачем хотите, потому что вы не будете? Закончим. Понимаете, что у меня просто 6 человек паровозиком затолкало в стену. I like trains. Хотел печеньку пропустить, и потом его типа красиво в гонках обогнать. Отлично, да? Ну, давай, рейс. А, уедет. Могу грязь вообще на дыхание расставить. Кто поехал? Креатив. Дай еще раз поставь. Ты шути. Кто мешал, да, не ударил? Только тебе второй круг защищает. Ну, быстрее. Блять, короче, ну давай. Что-то давно сделали старт. Хватит на старте по задним колесам гонять. Кто там так делает? Креатив кто? Да я что-то думал, она уже что-то покупит. Ну бля. Я тебе ну справа. Еще раз давай. Да нормально поехали так. Типа аккуратно. Хотя матминика не отличается так все по. Короче, парень креатива больше на дохе. Ебал!